Леонид Музалевский вошел в Генсовет «Единой России». Такое решение было принято на прошедшем 15-м съезде партии. Уже сегодня итогам съезда была посвящена пресс-конференция регионального отделения. Съезд был плановый. На этом съезде самое важное и главное, мы утвердили программу положения проведения предварительного голосования. Сама процедура праймерис пройдет в стране в единый день, 22 мая. Более того, хотел бы вот особенно отметить, когда я присутствовал на президиуме обкома профсоюза, одним из главных требований профсоюза звучало, чтобы минимальная заработная плата была не ниже прожиточного минимума. И вот премьер-министр заявил, что сегодня правительство работает над этим, и в ближайшее время выйдет постановление правительства, решающее эту проблему. Отрадно, что уже на 4% повысились, проиндексировались пенсии российским гражданам, и по итогам первого полугодия, учитывая в том числе инфляцию, будет произведена вторая индексация. В пленарном заседании партийного съезда приняли участие 695 делегатов из всех регионов страны.